Встречи с акулами российского бизнеса стали хорошей традицией для самарских предпринимателей. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Региональных производителей и поставщиков услуг собрали в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор». На встречу пришла и соучредитель частной медицинской клиники, успешный видеоблогер Надежда Касмирова. Родители ее мужа, медики по образованию, открыли небольшой частный кабинет в 1998 году. Уже в 2004 году бизнес перерос в большое и прибыльное дело. Сегодня это крупная многопрофильная клиника. Надежда и ее супруг – управленцы. Оба имеют кандидатскую степень в области экономики. Очень благодарна Департаменту развития предпринимательства за такую возможность, на самом деле, узнать, как государство сегодня может помочь развивать бизнес, открывать новые направления в рамках существующего бизнеса или, возможно, рассмотреть возможность какие-то еще организации, например, открыть по сопутствующим направлениям деятельности. На этапе становления учредителям частной клиники активно помогали администрация города и Министерство здравоохранения Самарской области. В частности, сотрудники профильного департамента рассказали всем участникам о мерах финансовой и имущественной поддержки, которые оказывает муниципалитет и сотрудники бизнес-инкубатора. Кроме того, участники семинара узнали о тех услугах, которые могут получить предприниматели, чтобы им было проще и легче выйти на зарубежные рынки. Граждане или субъекты малого и среднего бизнеса, которые хотели бы потенциально и могут торговать своей продукцией, услугами не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, как раз получат уникальные шансы и возможность узнать, каким образом это можно сделать с помощью данной организации. Напомним, реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы будут заниматься до 2024 года. Его главная цель – открыть перед бизнесменами новые горизонты и расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. На данный момент 222 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку по национальному проекту. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.